когда ты занимаешься своим любимым хобби, таким как моделизм, военные игры, съемки фильмов и фотографирование, и если у тебя есть домашний питомец, то он обязательно присоединится к тебе. Кошки любопытны, и нужно держать ухо востро, чтобы результат твоей многочасовой работы не стал жертвой ее клыков и зубов. Моя кошка спокойна и редко доставляет мне хлопот. Как правило, она садится мне на колени, вылизывает свою шерстку, мурлыкает, а потом засыпает. На этом фото она еще котенок, май 2010 года. Тогда я красил арабов от Цезарь Миниатюр. Когда-нибудь сделаю обзор по этому интересному набору солдатиков. А вот съемка видео о тактике боя пластилиновых армий. Такие моменты обычно остаются за кадром фильма. Лампы, многочисленные провода, работа оператора и тому подобное. Такие моменты при съемках фильмов нужно обязательно делать, ведь спустя годы на это смотришь с неподдельным интересом. В тот день кошка ходила между рядами воинов очень аккуратно, даже немного попозировала. Получились оригинальные кадры. Эту фотосессию можно назвать «Кошка-генерал». Присоединяйтесь к моей группе в Ютубе WarGameRus, а также к группе в Одноклассниках, пройдя по ссылке. Посмотрите образцы моих фильмов, щелкните по ним, и тогда вы сможете увидеть увлекательные и познавательные видео. Всем удачи и до новых встреч!